песню Анечка специально для вас. Потому что надо уважать. Ну, как на военном совете, филя, кого? Да, русского офицера. Кого? Самого младшего услышал. Чего он предложит? Сдавать Москву, не сдавать Москву, и будем биться до конца. На входе так же, кстати, закон такой. Называется Аня, это «Синий краб». Знаешь, такую песню? Нет, а краба видел вообще? Краба? Да. Так, а это большой, синий. Такие уж. Ну, хороший он краб, добрый. На, ну сейчас про него песен. Специально для вас. Especially for you. Синий краб, среди черных скал в тени. Синий краб, он приснился мне во сне. У него 8 лап, 2 огромные клешни и серебряные звезды на спине. У него 8 лап, 2 огромные клешни и серебряные звезды на спине. Рыбаки ловят рыбу, китобои бьют китов, делом заняты с утра и до утра. Только я с той поры позабыть про все готов, тот залив ищу, где водится мой краб. Только я с той поры позабыть про все готов, тот залив ищу, где водится мой краб. Ну зачем он тебе, этот синий зверь морской? С ним беду очень просто угодить. У него страшный вид, он, наверное, ядовит. Не сварить его, ни в банку посадить. У него страшный вид, он, наверное, ядовит. Не сварить его, ни в банку посадить. 100 ночей, 100 ночей буду думать все о нем. 100 ночей буду плакать и грустить. А мне бы только взглянуть на него одним глазком, ну просто так посмотреть и отпустить. А мне бы только взглянуть на него одним глазком, только так посмотреть и отпустить. Синий краб, среди черных скал в тени. Синий краб, он приснился мне во сне. У него 8 лап, 2 огромные клешни и серебряные звезды на спине. У него 8 лап, 2 огромные клешни и серебряные звезды на спине. Нет, так, даже у вас с мамой 8 лап изобразить не получится.